Всем привет! Ну что, вот и новый день, а это значит, что и новый розыгрыш. Но прежде чем мы начнем что-то разыгрывать, хочу напомнить, что сейчас на канале проходит у меня воскресный розыгрыш, который будет уже 24 января. Какие скины и условия участия, какие скины можно выиграть и условия участия, читайте в описании под этим видосом. А сейчас мы будем разыгрывать вот этот потрясающий стат-трек P2000 искривления, который только слегка поношенный, тут что-то кривой, конечно, но слегка поношенный, по марафону скинов. А для этого мы переходим вот под вот этот вот видос, который нужно было лайкнуть и написать комментарий. Я вижу, здесь есть 5 лайкосов, а это, ребята, значит, что у вас просто сумасшедшие шансы сегодня на победу. Вот. Просто сумасшедшие, нереальные. Таких шансов еще у меня на канале не было. И сейчас мы просто узнаем, кто же будет счастливчиком. Комментариев 8. Ну, комментарий, я напомню, что должен быть из 5 слов. То есть 5 слов. 5, 5, 5 слов, чтобы стать участником. Погнали. Погнали. Что, водички попьем. Марафон скинов. На следующий приз, то есть градус мы теперь будем повышать. Градус мы будем повышать, то есть скинчики будут сейчас расти, 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 расти. Подороже, подороже, подороже будут. Вот. Я специально всякую эту херню там посливал. Вот. Ну, теперь будем подороже. Ну, смотрим, кто же победит сегодня. Челиос. Ну что ж, я тебя поздравляю, чувак. Давай смотрим твой комментос. Хочу выиграть. Бля, дружище, ну тут я как бы не хотел, тут 5 слов нету. Ты, конечно, кросс, ты молодец, что там подписался, лайкнул, там комментарий написал. Ну, 5 слов должно было быть. Хочу выиграть, там что-нибудь еще бы ты написал, там каких-то 3 слова. И выиграл бы. А так я делаю рерол. Выбираем другого. Кто же это будет? Челиос. Угу. Я думаю, тут ничего не изменилось. Руслан, Руслан. Смотрим комментарий. Ну, тут прям больше, чем 5 слов. Молодец. Сижу, смотрю видос и думаю, что не так. А потом, как увидел, что лайк не стоит. Ну, видишь, видишь. Ты больше так это... Ты лайк сразу теперь с разгона ставь. Вот. Все, все. Руслан, я тебя поздравляю. В общем, находишь здесь вот свой комментарий, да? Давай. Вот, я его даже уже нашел. В ответе кидаешь свою трейд-ссылку и забираешь свой скин. Вот этот вот. Статрек P2000 искривления. Я тебя поздравляю. Ты молодец. Ты кросс. Ты стал победителем этого розыгрыша. В общем, этот мы разыграли. Завтра разыгрываться будет у нас вот этот Desert Eagle синяя фанера. Если вы привыкли... Ой, что за херня-то горло першит. Если, короче, вы привыкли ставить хеды с Desert Eagle, а у вас нету никакого скина, то это ваш шанс стать одним из счастливых обладателей вот этого Desert Eagle синяя фанера. Так, это мы закрываем, это закрываем. А мы летим на кейс батл. Я напомню, что эту неделю всю я проверяю апгрейды на 2%. Ребята, у меня нету сейчас цели выбить с кейса какой-то крутой дроп. Максим, скин какой-то там офигенный, там рарный, там, да, вот, вот, поэтому действуем по той же самой схеме, мы сперва залетаем сюда, открываем, получаем какую-нибудь халяву отсюда, ярмедянку, да, за 20-ку, ну, нормально пойдет, пойдет, потом мы летим с сильвера, потом мы летим с сильвера, сильвера и открываем, вот, кстати, я хочу напомнить, чтобы стать участником марафона скинов, вам нужно всего лишь лайкнуть именно вот этот видос, написать комментарий минимум из 5 слов и завтра просто дождаться объявления результатов. И все. И да, да, это все, ребята. Да, это все. И кто-то завтра из тех, кто выполнит все эти условия, станет счастливым просто обладателем Desert Eagle. Что-то прям дешманских скинов там прям дохерищина выпадала. Все, давай. Отлично. Полетели в апгрейд на 1.6, смотрите. Подожди, а сколько я вообще сейчас? 200.
200 закинул, 200. А, ну это еще плюс ярь медянка. Ладно, меня это не интересует. Меня интересует апгрейд на 2%. Но здесь 1-1. Так, давай мы сейчас по иерархии поставим 1-1. Раз, два, три. 1,6 на 5 умножить. Это сколько? 80 рублей. Ну, начнем с 80 рублей, короче. Начнем с 80 рублей. Давай вот эту хотя бы попробуем. Давай. 2,02. Отлично. Оп. 2, 3. Так, потом раз, два, три, четыре, пять. 6 по 1,8. 6 по 1,8, а это значит 50. А это 90, значит, да, рублей? Это 90, по-моему, если я правильно посчитал. Пух, пусть будет 90 рублей. Ой, вы там скажете, что ты типа чё, блядь, считать не умеешь, каких 90 там надо было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, зарядили. Ну чё, увы, с горы. Не, я знаю, ты хочешь, чтобы вот этот у меня, вот этот и вот этот, чтобы они залетели, просто хочешь тоже. Вот и все. Я понял, что он хочет. Он хочет, чтобы у меня вот этих просто залетело два. Два максимальных, и все. Так, что, 6 рублей. Теперь, значит, по 3 сотки ставим, да? Самое время поднять до 300. Отлично. Мне вчера написал подписчик, что у него залетело на 1,89, а до этого мне написал подписчик, что... Или не подписчик, я не знаю. Короче, в общем, написали мне в комментариях. Написали, что... 3,7. Меньше 3,7 тут не залетает. Вот. А мне человек написал, что у него 1,89 или 1,87 залетело. Поэтому вот кому верить. Поэтому нефиг верить. Лучше проверить, да? Лучше проверить. Так, теперь давай. Теперь 350 можно лепить. Смотрим. Я могу понять, что, конечно, сейчас видосы скучные, там, да, какие-то однотипные. Такие, ну, что поделаешь, ребят, да, это вот такая фигня. То есть 5-процентные бы, наверное, я бы уже там, ну, сколько тогда залетело бы, да. То есть я просто вот думаю, может такой же устроить этот, как, ну что, сразу много открывать надо, чтобы залетело. Про это вот, видите, ну, я думаю, что, может быть, надо открывать сразу много, чтобы залетело. Или все-таки можно, что, и вот так вот, редко, вот это сейчас залетит. Ах ты ж, сучка. Крашеная. Крашеная ж ты, сучка. Так, давай. 650. Сейчас два скина, короче, вот этот на 650. Так, вот. Ой, это не 650. 2,1. Ну, нормально. Нормально. 2,1 это... это нормально. Ах. Ну, это, в принципе, даже не 5% было, поэтому тут это даже не 5 было. Но было близко. И прям было... Ах, как было, да? У меня аж сердечко так застучало сразу. Давай, пламя дракона. Ну, это нет, это видно сразу, что нет. Летит шустро там, да? Угу. А, император, давай снова императора попробуем. Снова, давай. Блядь, как меня тут это... Так, теперь две, что там две? 2000, бля. Считать разучился. 2,50, да? Вот так вроде. Смотрим. Что тут? Дань уважения, ФАМАС, Star Trek, Снежный вихрь. Давай попробуем. 2,07. Нормально, пойдет. Давай. Давай. Ну, тут нет. И 2,100. 2. Ну-ка, ты сколько? 2,19. Давай. С тобой посмотрим. 2,19. Ну, тут тоже нет, да? Тут тоже нет. Ну что, это какой у нас сегодня? Четвертый день теста апгрейдов на 2%. И пока что ни буя не выпало. Вот. Ну, ничего страшного. У нас впереди еще с вами три дня. И думаю, что-нибудь еще за 3 дня мы все-таки сможем вымутить. Ребята, в общем, на этом все.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, участвуйте в марафоне скинов и на еженедельных розыгрышах, которые у меня проходят. Всем пока, до новых встреч.